скелете, доп-доп-доп, yes. Оставь лайк за 3 секунды, или мы придем к тебе и сожрем все. Скибиди, доп-доп-доп, yes, yes. Скибиди, доп, торопись. Скибиди, доп-доп-доп, yes, yes. Лайк, если ты про, с тобой нахик, бро. Господи, где я нахожусь? Это чё, Гаррис Мод, что ли? Да нетушки, нифигашеньки. Это просто, ну как бы, карта в стиле Гаррис Мода, ну то есть ГМ Конструкт, тот самый легендарный, та самая офигенская карта. И знаешь, я тут подумал, это же офигенное место, чтобы показывать моды. Ну ты посмотри, просто идеально. Тут вроде даже спуск есть, давай немножечко ее осмотрим, а потом перейдем к аддону Шкибиди туалетов. Сейчас чуть-чуть полетаем, посмотрим, и как бы да, здесь все так же сделано, как в Гаррис Моде. Выглядит все идентично, и это просто офигенно. Но мы вылетаем, конечно же, и давай-ка сейчас буду показывать. Именно вот здесь я буду показывать этот аддон. Короче, здесь даже два аддона, и первый это Шкибиди туалет вот такой вот. Он, кстати, не поет. Вау! Как ты видишь, он, ну, не издает звук, но при том песня... Ну, ой, не песня, а сам он движение делает, будто Шкибиди доп-доп-доп, yes-yes сейчас звучит. Кстати, если мы выйдем из гейммода, я сначала здесь поставлю спаунпоинт и гейммод 0 пропишу. Вот, если я буду ходить, то... Ты видал? Подожди, ну он это... Слишком долго звук идет. Так что надо, чтобы он один раз меня ударил сейчас. Так, ждем. Давай. Опа. Блин, мы умираем еще до того, как он это... До того, как он произведет полностью свой звук. А если на него правую кнопку мышки нажму? Звука нет. Но при том он меня замочил. Ладно, может быть и так. Почему бы и нет? Так, а если я нажму сейчас? Нет, звук не проигрывается. Короче, он обязан тебя убить. Но если мы поставим, допустим, вилладжера, точнее... Как его, крестьянин, да? Не-не-не, селянин. Селяне у нас называются. Вот, короче, ставим жителя. И... До конца? Не, не до конца он будет играть. Но мы можем сделать вот так. Он ударит, и мы... Давай. Блин, как-то странно. Но все равно прикольно, смотри, анимация-то есть. Вот, это Шкибиди туалет у нас первый. Второй он уже паук Шкибиди туалет, но я его потом покажу. Сейчас я и хочу еще раз. Да. Ха-ха. Смотри, армия Шкибиди туалетов начинается. Ставим очень много жителей, и вот у нас что будет. Именно это я и представлял, когда думал об этом моде. Ха-ха. Блин, это же офигенно. Так, ладно. Раз уж у нас здесь есть Шкибиди туалеты такие, то мы сейчас придумаем кое-что другое. А именно, мы сейчас достанем монстров и будем проверять сражения. То есть мы обычных майнкрафтовских мобов будем сражать вот именно с этими монстрами. Допустим, у нас будет крипер, у нас будет зомби, у нас будет паук, у нас будет скелет. Вот самые дефолтные монстры Майнкрафта. И желательно нам проводить эту битву где-нибудь внутри, где не видно. А также палочку возьмем, конечно же, потому что без нее у нас монстры сражаться элементарно не будут. Вот, летим в нашу ГМ-конструкторскую цитадель. Вот, вот здесь поставим как раз Шкибиди туалета и жителя. Это первая битва, ну как бы понятно, кто победит. И это побеждает унитаз. Теперь мы ставим зомби и направляем его прямо на Шкибиди туалет. Он даже ударил унитаз. Так, теперь мы поставим скелета. Давай, скелет, атакуй. Так, главное, не упади. Ты видел, как он его колбасит? Ладно, ничего-ничего. У нас будет покруче битва. Так. Осторожно, не упадите. Не, ну он всех убивает без шансов. И столько музыки от одного унитаза. Ладно, крипер. Давай, дружище, ты сделаешь это дело. Так, еще. Ну-ка. Давай. Уф, он успеет взорваться, но, как ты видишь, унитаз все выдержал. Паучье, давай. Доп, если я выиграл. Окей.
Стоп, я могу их объединить в целую команду? Надо доучиться. Смотри, если я сделаю трех криперов и сделаю вот так. А потом инициализер. То есть мы вот это вот рейд... Инициация. Да, смотри, работает. То есть мы берем сейчас рейд стик, всех этих паучков выбираем, и он типа их атакует, видишь? Все, и сразу много нападает. Это очень легко, кстати. Ну, как ты видишь, один унитаз выиграл сразу орду. Но ничего, мы сделаем еще больше. Мы сделаем столько зомби, что у нас просто чеканется игра. Так, раз, два, три. Три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Больше 10 нельзя, и теперь мы инициацию делаем. Во, отлично. Видал? Так, но пока что он уничтожает их. Блин, вообще без шансов. Скибиди туалет даже один сильнее, даже куча зомби. Ладно. У нас есть еще кое-что. Iron Golem. Или Голем. Голем. А. О, железный голем, у него же теперь яйцо есть свое. Давай сначала снежного. Он же добрый. Да, его будут мочить. Ладно, тут без шансов. Так, железный голем, давай, расправься с ним. Он идет на железного голема. Ну-ка. С одного удара, что? Как? Стой, он вообще убиваемый, я не пойму. Офигеть, он замочил только что снежного голема. Ладно, у меня есть еще кое-что. Посильнее смешного голема, короче. Есть фантомы, есть смотрители. Я еще кое-что припасу. То есть я вызывателя хочу. А также я попробую досаждателя. Эндермит не хочу. Эндермена можно. О, да, эндермен, смотри-ка. Я... А как будет эндермен себя вести против него? Ну-ка. Он просто люлей получит. Да, ладно, досаждатель, давай-ка. Давай, нападай. Блин, он его схватил. Вызыватель, давай. Твоя взяла, давай. Давай, досаждатель, ты умер без шансов. Стоишь, такой флут падает. Ладно. Фантом, давай. Покажи мне, что ты можешь. Фантом. Знаешь, я даже побольше, наверное, фантомов вызову. И сделаю целый рейд. А им не нравится, что ли, здесь? Давай попробуем. Давайте, ребят. Если я ночь поставлю, вам понравится так больше? Не, они вообще не сражаются. Ну ладно, как знаете, ребят. Придет смотритель. Вот этот смотритель, это Варда. Вот я хотел посмотреть, как Варда против унитаза сражаться. Чем вы не сражаетесь? Давай, давай, унитаз. Ладно. Придется заново. Давай вызывать... Ой, не того. Подожди, куда у меня скибиди туалет делся? Короче, мы сейчас поставим скибиди туалет и против него поставим вот жителя. Ну да, победил. А теперь смотрите. Ну это уже совсем другой левел. Давай, 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 давай. Кто победит? Ну ладно. Как ты видишь, Вардена одолел скибиди туалет. А теперь мы пойдем смотреть на огромный унитаз. Только надо день врубить, а то мы ничего не видим. Таймсет 5000. И, в общем-то, ставим. Опачки, вау! Какой он страшный. Ну, кстати, у него анимации нет. Давай, кстати, его против обычного скибиди туалета поставим. Посмотрим, кто победит. Ну-ка. А! Какая анимация у него смерти! Ты видал? Блин, он тебя не выпрыгнет отсюда. Ладно, давай заново. Вот. Так, смотри-ка, еще раз мы попробуем их сразить. А, только мне надо палочку опять мою. Таргет, выбираем этого и этого. Смотрим. Пам, пам, смотри, у них у обоих анимация. Ну, у этого вообще офигенная анимация. Притом, вот этот унитаз, он закопался, но он живой. Кстати, а что если унитаз против унитаза? Ну-ка. А кто победит? Ой! Что происходит? Они не могут друг друга убить, они просто бесконечно будут производить звук. Но они крыша, потому что, понятное дело.
Давай теперь попробуем смотрителя. Не-не-не, рано смотрителя. Ой. Так, я хотел очень сильно поставить вот этот унитаз и попробовать против против вызывателя. Так, пацан, давай. Кто победит? Ну, мне кажется, да, с двух ударов погиб, вообще без шансов. Но у нас есть еще много монстров, и первый, кто попадет под раздачу, это Эндермен. Вот, возьмем его, пожалуй, и нападение на Скибиди унитаз. Давай. Блин. Давай. Начинается сражение. Где? Подожди, куда девается Эндермен? Непонятно. Так, пацаны, давайте вы не будете улетать. Тихо. Так, хорошо, он победил его. Сейчас еще второй будет. Блин, он так передвигается. У него звук, интересно, есть? Не, вроде бы без звука передвигается. Ну, он запутался, потому что Эндермен под ним. Потому что там внизу есть кое-какое пространство, которое вообще не должно здесь присутствовать. Но как бы оно есть. Так что мы поставим дальше кого? Сейчас придумаем. Ну, лавовый куб я ставить не буду, панду тоже. Надо что-то такое поинтереснее. Бродяга это кто? Сейчас надо проверить. Утопленник это обычный зомби, это неинтересно. Я хочу ведьму попробовать. Также я посмотрю Пиглина. Вау, Пиглин это неплохо, кстати. Так, ну и разрушитель. Подожди, разрушитель это же громадина это? Да! Слушай, проверяем. Кто сильнее? Ну-ка. А кто реально сильнее? Ну ладно, с трех ударов он его победил. Скибиди туалет сильнее. Давай, теперь против ведьмы. Но пока что она... Ну, зельки пьет, лечится. Но да, ее с двух укусов победили. Пиглин, давай. Покажи, что ты можешь. Ай, сожрали без шансов. Бродяга? Не, ну бродяга это просто скелет. Ладно, интересно. Давай смотрителя попробуем. Че уж делать. Итак, что у нас будет происходить? И... Очень сложный замес, очень тяжелая битва. Непонятно, кто победит. Я полагаю, что Скибиди туалет победит все-таки. Что? Серьезно? Скибиди туалет проиграл? Невероятно, блин. Так, ну и у нас уже, блин, длится видос 12 минут где-то, да? Ну и Бартон, да, победил Скибиди туалет. Даже невероятно, почему маленький туалет побеждает, а большой нифига не может сделать. Ладно, у нас еще вроде как идейки были. Я вообще хотел это, армию. Армию боссов против рейдинити инициализера. А, и кого я поставлю? Я хотел вот этот унитаз против нескольких разрушителей. То есть вот рейдстик. Сразу большое количество выбираем, да? И давай, рейдинитилайзер. И посмотрим, кто победит. Пока что у нас битва идет очень даже протяжно, то есть он пытается хавать их. Одного он съел, второго сейчас, походу, съест. Да, он его почти докусал, остался последний удар, да, он его съел. Но при том по нему очень много ударов проходит, поэтому, скорее всего, он проиграет. Да? Хотя, кто знает? Кто знает? Пока что унитаз, ну, справляется, да? Держится, хоть и во все тяжкие пошел, но держится. Но нет, его уничтожили, и с него вообще что-нибудь выпало. У меня такое ощущение, будто с него что-то падает. Или там просто скрывается камера? А, это просто здесь блоки. Ладно, это не то. Короче, QE. Ну и что я могу сказать? Это весь аддон, то есть... давай мы, конечно, еще что-нибудь посмотрим, может, мы какого-то монстра найдем. Хотя я, знаешь что... Думаю, осталось провести только последнюю битву в виде големов. А, то есть я поставлю железного голема. Ну, сначала одного, потому что мы его не проверяли, да? И он, кстати, сражается и так. Но его съедают запросто. Как ты видишь, да, его съели быстро. А если мы поставим целую орду големов, и, знаешь, тут даже таргет-сеттер не нужен. Просто мы берем големов, вот 5 штук, и смотрим. 6 даже. 6 големов и смотрим, кто победит. Вообще големы много дамажат, как я знаю, зомби с двух ударов там выносят вроде. А, поэтому ожидать того, что туалет всех вынесет, не стоит. Тем более, когда по нему такая массовая атака. Отлично. Но все мы прекрасно знаем, что Скибиди туалеты у нас ордой нападают, поэтому ставим сразу много. Да.
Офигеть, вот это мне нравится. Смотри, просто всех съели за секунду. Ну да, лишь команда. А теперь берем рейд инвентилайзера и берем рейд стики. Рейд стиками проходимся по всем вообще тазам. И нажимаем на смотрителя. Бам! Его сейчас за секунду, да, съедят? Ха-ха! Офигеть, каруселька! Ну, атакует его очень долго, он очень много долго держится. Потому что это смотритель, чего вы ожидали? Но мне кажется, что он умрет. При том, что его так долго атаковали, но да, он умер. Он даже успел один туалет уничтожить. Офигеть! Какой же он мощный. Кстати, знаешь, что будет интересно? Я думаю, в следующем ролике каком-нибудь провести битву с Кибиди туалета с сиреноголовым и домоголовым. Как тебе идея? По-моему, очень даже неплохая, плюс монстра Тревора Хендерсона, по которому ты так скучаешь. Ну и пиши в комментариях, как тебе этот видосик, как тебе этот обзор мода. В принципе, я не знаю, что еще посмотреть. Вот только если вот так вот, да, сделать. Опа, скинуть его вот отсюда и посмотреть с высоты. Домашли его с высоты, все вот это вот. Но, знаешь, я думаю, что это не важно. Я думаю, что это вообще не важно. Камерамена нету, и вот это жалко. Скорее бы провести битву камерамена и Шкибиди унитаза. Ну, я надеюсь, да, понравился тебе видосик, ты поставишь мне лайкусик, подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй!